Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. За восьмой день я забираю 250 тусклого янтаря. Так, и хотелось бы посмотреть, сколько у нас осталось времени. Ага, два дня. Ну слушай, я думаю, что выживание мы пройдем за сегодня. Должны пройти. Так, ну сначала заберем наш бесплатный пак. Так, душитель, лаварык, стальной проныра. Маловато стали давать драконов, вот что я заметил. Так, ну что, этих ребят тогда отправляем заново на всякие задания. Так, давай древесину. Ты вперед за рыбой. Так, ну ты у меня, как обычно, опять за железом пошел. Давай глянем, что здесь у нас. Тусклый янтарь, само собой. Даже сомневаться не стоит. Ночная жуть. Полетел. Барсик, что ты мне дашь? Руны. А по итогу, наверное, даст мне тусклый янтарь. Шестеренки, скорее всего. Да ладно, рун. Хорошо, спасибо. Правда, вот эти 12 рун, которые он мне дал, мы сейчас с тобой, по-моему... А, ну тут 8. 8 потратили. То есть немножечко даже для себя оставили. Ну, здесь 7 рун. Так, приручение. Пускай летит бесплатно. Так, Грамгильда. Ну что, шестеренки, яйцо или руны? Да. Почему-то им выгоднее давать мне руны. Но они, в принципе, знают почему. Потому что я буду их тратить в приключениях. Так, это свиток не тот. Найти любовное письмо. Допустим. Так, здесь у нас блестящий янтарь. Дай-ка я, наверное, вот так вот все-таки сделаю. Так оно будет и повыше, и получше. Модификрылка за рыбой. За лесом. Что ты мне дашь? Три. Ну, конечно же. Конечно же, три железа дает всего. Обойди его тихонько. Задание там такое было. Пошел обходить кого-то там тихонько. Так, ну что, 48 полетел. Этот тоже у меня полетел. Здесь забираем какая-то печать. Странная, непонятная. Йохан, что у тебя там? Угу. Какую-то деталь я все-таки приобрел у него за древесину. Грубо говоря, за халяву. Вода бесплатная. Так, а у нас сколько... Блин, рыбы маловато. Рыбы очень мало. Ну что-то вообще не в кайф. Блин, были бы у меня нормальные добытчики по рыбе. 4500, чтобы открыть эту территорию. 4500. Так, ну вот здесь вот нормально, в принципе, добывает. Давай, лети дальше. Лети дальше. Ага, вот этого можно обучить. Давай, лети, обучайся. Хорош. Ну и вроде бы... Подожди, нет, не все. У нас тут же еще. Так, рогобой. Клыкокрив. Даже не знаю, что с ним делать. Даже не знаю, что с ним делать. Ну, пускай, наверное, пока стоит, ждет своей участи. Этих отправляем. Так, здесь забираем древесину.
Вот. Блин, 630. Теперь древесины не хватает. Ну, ну что за этот, а? За подставы-то такие. То одного не хватает, то другого. Во. Есть, есть контакт. Ну что, отправляю я его тогда за добычей. Так, подожди, вот здесь вот. Полетел. Ну, а я, само собой, подожди, сейчас сезоночку тут заберем. Так, ну я думаю, что можно, в принципе, ребята, открывать, наверное, нам паки. В любом случае, я уже не наберу за короткий промежуток времени на легендарного дракона. Вечная, а, венчальная. Вечная, венчальная арка. Ну вот здесь мы ее... Она не вмещается. Ну сюда тогда поставим ее. Угу. Так, венчальная арка. И что там еще у нас? Что еще мы можем... Так, 750, ну давай. А тут ничего, кроме ресурсов, нам и не выпало. И вроде бы больше мне не хватит, да? Да. Цветочка Фрей больше нету. Так, здесь откроем пак. Кревет, костолом, шторморез, парящий прихвостень. Ну, в принципе, и все. Друзья, погнали тогда на события. На выживание. Вперед и с песней. Так, у нас три поединка по 6 волн. Думаю, справимся. Вот они. Ну, поначалу, конечно же, все будет легко и просто. Если здесь будут синюхи, это будет круто. Так, минус. Ну... И добиваем. Вторая волна. Так, 16-15 уровень. Ну тут что ты вот лезешь, а? Вот как ты меня напрягаешь, а? А почему хил? А, потому что у нас пониженная атака. Все, понял. Я думаю, что так хил мало отнял у них здоровье. Ну что ты там, шмыгарь. Давай, наверное, этого добьем. Сделаем так. И сейчас добьем. Третья волна. 17-16, я имею в виду уровень. Лучше, конечно же, начинать с кревета вот этого Дагура, чтобы он просто нас уже тут не нервировал. Ну, а дальше, само собой, Змейка Вьюна. Ой, Змейка... Змейка Вьюна. Острокрылый Змеевик. Так, ну что, четвертая волна, и уже их тут трое. Водорезом мы займемся попозже, потому что вот этих нам выгоднее уничтожить, да и проще. У нас классовое преимущество перед ними. Так что сейчас все будет... Чики-заза. Ну, понятное дело, блокирует кого-то. Барсика. Ну, задумался там, стоит. Минус. Так, ну давай хернемся. Давай. Блин, слабо бьет, конечно, кривоклык. Я уже думаю о том, что, может быть, нам кривоклыка заменить. Прикинь, его поменять на ветрокрыло. Была бы топовая команда, да? Так, 18, 18 и 16.
Ладно. Опять он понизил атаку, а? Ну ты посмотри на него. Так, это у нас предпоследняя волна, да, получается? Ну, здесь... здесь, скорее всего, мы пройдем нормально. Опа! Фига! Вот это он, да... ускорил, просто взял команду вражескую. Не трогай. Ё-моё, неужели уничтожит? Ребята, это плохо. То, что сейчас он сделал, это плохо. Это накануне последней волны. Офигею. Просто офигею с этого дурдома. Ну давай залечим раны. Да ты заколебал, а? Вот что тут делать? Ума сейчас не приложу. 19-19. Ну понятно, креветок будем пытаться разбирать в первую очередь. Придется здесь все тратить. Получается, массовыми атаками бомбить. Естественно, с отхилом. Главное, чтобы он не наложил. Фух. Нам придется тратить вот это вот, для того, чтобы восполнять себе здоровье и уничтожать их потихоньку. Другого варианта я не вижу. Иначе нас тут расклепает. Если они уничтожат мне Барсика. Так, подожди секунду. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Прилив сил. Все, остается один водорез. Поехали. Отлично. Первый бой прошли. Крутим колесо и достается нам плод мудрости. Шикарно. Это даже очень хорошо. Ну что, забираем с тобой ареновский пак, который содержит элитных. Шторморез, древоруб, громобой, звездрык, вострозуб. О, кривоклык. Одну карточку дали. Ну что же, вперед из песни. Так, а здесь, кстати, 150 рун дадут. Очень даже будет неплохо. Душитель и сородич. Так, ну что, ребята, я вижу только здесь одну синьку. Вот она. Это сородич шепота. Поэтому, наверное, будем с него начинать. Хотя этот душитель тоже мерзкий типок. Очень мерзкий. Будет, как всегда, душить нас своим дебафом. Я бы даже сказал, не душитель, а душнило. Самый настоящий душнило он. Нате, скрита. Так, ну что, продолжаем по той же самой схеме. Тут лучше, ребят, не экспериментировать, потому что может все очень плачевно выйти. По крайней мере, ну, не на этих уровнях, а как бы уже начиная с четвертого поединка, с четвертой волны. Здесь-то можно еще, как говорится, поэкспериментировать, хотя на таких уровнях маленьких ты свои эксперименты просто не увидишь. Ну что, поехали дальше. Звуки ударов, да, исчезли. Значит, скоро исчезнет и музыка. Ну. Так, добили. И, кстати, сейчас будет уже четвертая волна. И станет их здесь на одного дракона больше. В этом событии, что, ребят, прикольно, что всего лишь три поединка. Да, я не спорю, по 6 волн. Кажется, долго, но всего лишь 3. Как бы вот это вот подкупает. Угу. Отхиляемся. Хотя, насколько я помню, вот именно у сородича шепота у него не особо мощный удар. Мне кажется, тут, наверное, лучше кревета бомбить. В первую-то очередь. Логично.
Логично, логично. Так, давай этого сейчас. На, блин, я думал, пробьем броню. Не тут-то было. Так, предпоследняя волна. Кревет ходит первым. Да хорош. Давай вот так вот сделаем. Залечим наших драконов. Вот в этом событии Кривоклык вообще, ребят, самое слабое звено из нашей команды. Просто наислабейшее. Атака вообще ни о чем. Блин, сейчас масуху сделать, да? Сейчас вот это... А, нет, не хватит у него на масуху. Твою налево, да ты оборзел, что ли? Я не пойму. Это еще раз говорит о том, что, ребят, придется нам потратиться. Ну, давай так сделаю. Промахнулся, да? Давай залечим. Блин, лучше бы, конечно, остался бы Барсик у меня в живых, чем Кривоклык. От Кривоклыка здесь толку очень-очень мало. Последняя волна. И вот здесь нельзя давать им спуску. То есть, соответственно, тратим прилив сил. Надо постоянно держать ХП на фулке. Я бы даже, наверное, знаешь, что сделал бы? Вот так. Фиолка против синих. Фиолка против синих очень хорошо, ребят, работает. Да, давай-ка сделаем вот так. Не-не-не-не-не. У них энергии дофига. Что он там творит? Твори добро, ё-моё. А, он усилил, он себя усилил, ребята, и скорости, и по атаке. Слушай, это дело дрянь. Вот это вот. То, что он сейчас тут... Ёпарсоте. Ну как... Как так-то? Давай, блин, бомби. Фух. Допустим. Ну что, душитель, все, ты остался один, последний. Сейчас мы будем с тобой тут разбираться. Так, понизили ему броню. Естественно, он тут брыкается что-то. Еще раз по пониженной броне. И добивка сейчас у нас будет. Да, душно, но проходимо. Так, на рулетке нам выпадает... Опа, прилив сил. Так, ну что, спасибочки большое. Забираем, значит... А, тут аж две награды. Блестящий янтарь. И 150 рун. Кстати, мы можем купить новую территорию. И я, пожалуй, куплю. Ну что, последний, друзья мои, поединок у нас. А там что у нас за пак? Ареновский? Легендарный, что ли? Так, и я смотрю, все, исчезла музыка вся. В принципе, это было ожидаемо. Остались только лишь удары. Да и то ненадолго, сейчас они все, уже исчезли. Ладно, поначалу здесь все будет просто и легко. До, опять же, четвертой волны. С четвертой волны начнется трешняк. Обычно так все это у нас происходит. Вырубаем. Так, и... Слушай, ну вот этот... Я не помню, есть ли у него ульта какая-то. По-моему, нету. Что-то мне подсказывает, что... Он без ульты. У него есть, но не массовая. Так, костолом тут что-то начинает бодаться. Давай его тоже немножко присмирим. Переходим на третью волну. А кто, интересно, добавится у нас в четвертой? События-то, в принципе, они повторяются. От раза к разу, но... Я не могу вспомнить,
кто здесь прибавится к ним. Тут, по-моему, кого-то заменят, даже двоих. Точнее, одного заменят и еще одного добавят, по-моему, так. Сейчас увидим. А нет, никого не заменили, добавили тройной удар. Значит, это не в этом событии. Ну что, поехали. Раз, два. С синюшкой нам, как говорится, быстрее и проще справиться. Так, костолом тут что-то... Угу. Подожди, с какого перепуга? Ты же только что ходил. Нифига себе, он сходил и еще раз ходит. Вот это меня, конечно, раздражает, что он за один какой-то промежуток времени, за короткий промежуток времени, успевает два раза сходить, в отличие от моих драконов, которые и разик-то еле-еле там успевает сходить. Так, здесь укус. Костолом у нас тут. Ну, что он там? Просто-просто укусил. Ладно, просто кусака. Залечим и добьем. Переходим на предпоследнюю волну. Я не знаю, может быть, потратить... Хотя не надо ничего тратить, вот так сделаем. Предпоследняя, даже не последняя еще пока. Опять же, смотри, тройной удар сделал нам понижение брони. И это сейчас будет стараться, наверное, да, его? Нет, он пошел на барсика. Так, значит, здесь дебаф на атаку повесили. Чтобы меньше, здесь дебаф на броне висит. Кого тут? Давай так, наверное, сделаем. Ну, понятно, огнеплюй, несчастный. Пока ничего не буду хилять. Вот через нашу атаку сделаем. Да ладно, блин, ты даже добить не смог, а? А этот себе атаку повысил. Вот оно что. Хорошо, давай вот так его добьем. Здесь. Ну, в принципе, все, его песенка сыграна. Ребята, одним словом, мы события это прошли. Остается только лишь добить. Фу, отлично. А, твою налево, шестая волна. Я про нее совсем был. Только не трогайте, пожалуйста, мне. А, мы потом сходим, да, получается? Че-то я уже обрадовался. Совсем, ребят, заигрался. Даже не увидел, что у нас еще одна волна. Да. Уже поздравлять тех, кто тут начал с легендарным прохождением. А не тут-то было. Ну что же, здесь придется нам тогда через прилив сил играть. И то мы этого не ушатали. Ты посмотри. Все, минус. Это сейчас будет все, наверное. Нет, я думаю. Да, все-таки он стал себе бафать, друзья. Ну, как говорится, было не было. Фулл хп почти у всех, да, почти у всех. Сейчас с этим разберемся, с тройным ударом. И останется у нас костолом. Фига он жарит. Ты завязывай, парень, с такими приколами. Ты че? Фига он лупанул, ты видел? Была, фулл хп осталось вот так вот. Один квадратик. Молодец. Ничего не скажешь. Да, ребята, а теперь точно событие пройдено. На рулетке выпадает нам древесина. И забираем героический пак, ареновский. Ну и что же нам тут выпадет? Шторморез, кревет, крылатый ужас, громорог, змеевик, стальной проныра, костолом дикарь, кривоклык, 5 карточек дали. О, беззубик, сколько на беззубика дали? 5 тоже карточек. Барс и вепрь. Ребят, всего 4 остается. Используй плод мудрости в серии испытаний 6 раз. Да сделал я уже. Что вы мне тыкаете это все этим? Угу. И здесь тоже забираем. Так. Воу, нифига наград, сколько мы получили. Сейчас будем хапать это все. Ну-ка, получить цветочки Фреи, блестящий янтарь. Так, нам, значит, что хватит? Хватит еще открыть один пак. Даже загадочный прихватили.
Шепот смерти, крылатый ужас, ищейка. Легендарный, да, выпал? Так, и еще цветочки Фреи. 750 и 700... Подожди-ка, может быть, нам хватит на 2? Не, на 2 не хватит, наверное. Нет. Надо 1500, да? Ах, или подожди, посмотрим. Так, здесь опять же, ребят, нифигашечки нам не выпадает. Так, отказываемся, конечно. Сколько там? Угу, не хватает. Здесь древесина в излишке. А древесину куда мы можем потратить? А никуда абсолютно, да? Этот у нас по рыбке. По рыбке прикалывается. А ты? Тоже по рыбке прикалываешься. Лети. Так, давай-ка. Ага, академку нужно прокачивать. Слушай, а если я куплю пак? Секунду. Здесь же, по-моему, да? Пак на рыбу. Купить. Вот, прекрасно. Так, теперь, значит, мы можем отправить спокойненько. Сколько он там просит? 686 рыбы. А ты... 130. И добывает он намного больше, поэтому... Ну как намного? На 10 железа больше добывает. Ну что, ребята, покупаем территорию. Я так и не понял, про какую территорию мне подписчик говорил. Где, где тут возле зеленой тени? Это не хватает. 4500 стоит. Тоже 4500. Какую он территорию увидел дешевле и больше? Плюс он сказал, там лесопилка есть. Я не вижу, ребят, только 4, за 4500, да, вижу. Странно. Тут, тут, по-моему, приобрести пока нельзя, тут даже нету. Тут даже нет такой возможности купить. Странно. Ну вот это только вижу. Потом, да, вот здесь будут две лесопилки. Тут мы не можем пока прийти. Ну, ребят, вот одна только территория, все. Больше не вижу. Короче, покупаю. Так, горовалки. Вторая из трех. А вот это что? Это камни. Это камни надо расчищать здесь территорию. Чтобы тут у нас ничего не было, и мы могли сюда что-нибудь в скором времени поставить. Так, с... Что, все, больше ничего не могу тут. А, вот. Тут еще по ускоренной. По ускоренной программе. Ну и пока все. А что тут у нас в домике? 560 рун. Расширить? Да нет, пока мне этого не надо. Забираю рыбу. Забираю древесину. А, древесина у нас по фулке. По максималочке, да? Кстати, у нас... В следующей серии будет 1000 железа, и мы сможем улучшить еще один домик викингов. Так, секунду. Угу. Расширить академию. $88. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.